Берл – лазерная установка, один импульс лазера из которой в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли. С помощью этого лазера можно изучать процессы в сверхкритических состояниях, подобные тем, что происходят в ядре Солнца. Новая лазерная система обязательно найдет свое применение в медицине, биологии, физике, материаловедении. Поможет новый лазер и астрофизикам в изучении различных явлений. К примеру, он даст людям понять, какие именно процессы происходят в пульсарах, коричневых карликах и на экзопланетах. Ученые надеются, что новый лазер позволит им приоткрыть многие тайны Вселенной. We'll be right back.